Всем привет, я Юлия Андреева, я расскажу вам о погоде на пятницу, 16 октября. Пятница на территории нашей области выдастся достаточно дождливой, будет пасмурно, на севере области уже похолодало. Здесь всего плюс 3 градуса, в Уржуме держится, здесь плюс 10, а вот в Слободском уже плюс 5. Как всегда, теплее всего в Вятских Полянах, здесь до плюс 12, и похоже, только здесь не будет дождей. В Кирове в пятницу ожидается пасмурная погода и также дождь, а вот ночью нас ждет небольшой снежок. Днем ожидается температура не больше 5 градусов со знаком плюс, ночью 0 плюс 1. Ветер подует западный со скоростью до 4 метров в секунду, влажность воздуха составит 82%, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, магнитное поле будет спокойным. 6 минут потеряет световой день к этой пятнице, он продлится 10 часов 13 минут, луна все еще убывает. И на этом у меня все. Это был прогноз погоды на пятницу, 16 октября. Пока!